Нятинен. Провальнев заряжает, попадает шайба в Шункевича. Берглунд вновь на синюю линию. Там Провальнев. Берглунд, Провальнев. Нятинен. Под воротами сейчас. Ух, какой розыгрыш и гол! Адам Лишко! Четвертый гол в этом сезоне для 23-го номера. И как классно все было разыграно под воротами минского «Динамо». Егор Морозов, конечно, большой молодец в этой комбинации. Он вовремя отклеился от пятака. Получил передачу от Йонаса Нятинена. Вот, смотрите. Морозов резко двигается за ворота. Получает передачу от Нятинена. И в касание делает пас на пятак. Откуда Адам Лишко с близкого расстояния. Доминика Фурха все-таки переигрывает. 1-1 у нас. Счет становится. И все начинается с самого начала. 13-е набрано очко в этом сезоне. Адам Лишко набирает.